три пера и три нити. Стой, дебил, открой, подожди. Подожди, стой. Гульчуков, чекни мой скин, я сам их все не рисовал. Нормальный? Да вообще вах. Посмотри на мою майку. У тебя, ну это, Гош, я сегодня рисовал минут 30. Ты дурак, это не Гоша Пчицкий, это Томми Хилфигер. Это которая американская фирма. Ладно, короче, давай, раз, два, три. И всем привет, дорогие друзья, подписчики на мой канал, там из ГТИ. Джон Данилка и... И Отёк МС. Короче, мы играем в Майнкрафт, и мы заспавнили сам говня. Да ты дебил, пошли искать этот биом. Мы будем, короче, сегодня драть... Ой, то есть играть в Майнкрафт. Потому что мы очень умные и добрые мальчики. А почему я голый хожу? Ой, мне кто-то написал что-то и где-то. Ты тут дебил, ну ты, мы снимаем, придурок. Что? Мы, я вижу. А, вот. знаешь, он сейчас такой, а, что, мы снимаем, что ли? А, да, сейчас. А, нам вон берем, чтобы нам сначала нужно нарубить деревушка. О, свинюшки, я люблю свинюшек. У меня глаза, блядь, черт, как у наркоманов. Да не бей! Сука, не бей их. Ой, смотри, что он делает, смотри, что он делает. Смотри, да, посмотри назад, что он делает. Кстати, он меня смотрит. Я весь лагает. Что такое, Лукаш? Вы видели это, подписчик не искать? Он живодер убивает этих. Что лагает? Смотри, что у меня с Майнкрафтом, у меня тут все сам рубит, дурак. Майнкрафт дурак, логично. Это сервер. Ваня говорит, что я живодер. Бывает. А где он? Кто? Ваня. Вань, ты жив? Да, Ишкере! Ишкере! О, господи, я искал. Понятно всё. Так, знаете, когда ломаем листу... Бля, что лицо не ломается? Когда ломаешь листу, есть шанс, что тебе выпадет яблочко. Очень вкусное и свежее. Да ладно, а потом из него гэппл надо крафтить. Короче, ладно, пошлите, я, короче, сейчас камень наломаю пока что. Да, мне камень сделал, что я крафт. Сразу идём пвп-хаться, потому что когда пвп-хаешься... Дурак, что тебе именно только пвп включить. Да мне насрать. Сразу идём пвп. Денис, закопай мне камни. Окей. Сейчас идем, копаемся, потом идем искать шахту, потом после шахты идем по пфц. Алмазы искать. Ну ты дебил, ну как ты ко мне-то прыгнул? Мальчик, стой. Вот, смотри, что есть. Смотри. Это будет наш дом. Мы тут будем жить. Он, короче, верстак поставил и говорит, это наш дом. Будем жить. Так, надо переплавить вещи свои, так, палочки. Из палок можно скрафтить лестницу. У меня песок не ломается, прикиньте. О, песок сломался. Будем, короче, дом. Тупой, не трогай меня! Толкаш! Ты придурок! Ой, ты Ваня закопал песком, приду. Давай, кидай еще больше. Короче, пока, до свидания. Что это я пропустил? Выкапывайся давай оттуда. Ну мы прикольнулись, дурак, алло. Выкапывай его! Сейчас, папа может. Ха, у меня кирки нету! Мы застряли! Вы дебилы! Ваня, это так хорошо! Я вам буду по песочку кидать, и вы подниметесь. Есть такой говнюк. Чё? Смотрите, я вам буду по песку кидать, а вы подниматься. Да быстрей! Всё. А тут лестницу крафтил, а вы не мешайте. Сука, заебал ты, алкаш, ебаный. Тебе же ты к нему прыгнешь. Ой, все, мы тут же не останемся. У нас есть дом, он закрылся. Ну все, пацаны, я в шахту. Ну давайте ряд быстрее. Да конечно, побыстрее! Тут мы в камне, у нас ни кирки, ни хуя нету. Закопал нас, блядь, долбоеб ебаный. Сука. Я закопал. Это Данил, скажи спасибо большое. Ты закопал алкаш, блэд. И ты все, пизда. Все, теперь не уйдем, теперь не буду жить. Все, заебали. А где мое дерево, где белое? Ну что, придурок, что ли? Ну не белое! Вот так. И поставь сверху верстак. Да не надо. Дурак, ты что, закрылся? Нихрена тогда ел жжёт беспамятно.
надо. Лампс, я не знаю, как вы, но лично я пошел. А как мы вылезем-то? А, я знаю как. Скрафтите. Охерели, вы чё мой верстак стыбзили? Это не я, это он Данил только с тобой, наедине. Я сейчас пошел копать ресурсы, не знаю, как вы. Я уже шахту нашел с углем. Я застрял, лукаши, лысые. А вы... Вы ищите меня по компасу. А что за компас? Дебил, через 6 минут включит ПВП, а мы еще даже железо не накопали. Пойдем искать его. Вот. Вот он. Алкаш лысый. У меня минус... Минус... Сейчас скажу, сколько. Минус... Минус полтора сердечка, короче. У меня минус двоих уже. Ой, жоп, ты крутых только через гэпл устанавливайся. Да? Да. Очень железо найс. Понял? А ты все можешь делать этот? Давайте помогаю, буду выкапывать. Все, чтоб... Давай только вот честно, вот не только ты себе делай, а вот чтоб порвать. Ну, мы с Данилом так всегда делали. Только, блин, нам надо до хрена железо очень накопать. Идем. Только, например, 3 железника или 3 меча скрафти. Вот. Фейс. Копать, я пошел в ту сторону. Я, короче, сейчас приду, наверное. Ты его вообще плохо слышно. Он сказал, я сейчас приду, я говорю. Я понял. Он пошел посрать или поесть, или мама сказала, включай. Ой, я железо дохрена нашел. Я тоже, я вообще дофига. У тебя сколько? Сейчас скажу. 32. Что? Да шучу, у меня, сейчас скажу сколько. Киздишь. У меня 20. Чего? Тебе показать? Я даже такой, какие 2, ты их забираешь, я такой, о, спасибо, дай. Уголь коп... Ты у меня 3 сердечка, вы чё, алкаши? Не поесть надо, у тебя ещё поесть. Я нашёл. Я уголь копаю, чтобы в печку переплавить. Ты курсишь, что угольный блок может переплавить 2 стака вещей любых? Угольный блок. Я тебе отвечаю. Посрать. У меня, сейчас скажу, сколько уже. У меня 27 железа, и уже 28, уже 29, и всё. О, копай вот эти вот блоки вот песчаные. Скелет, пожалуйста, не бей меня, Не иди туда. Если тебя скелет тронет, поверь, ты... Я один раз на спавнер скелет нарвался и сдох. У меня минус 3 сердечка. Ты сможешь сдохнуть просто. Мы всех откиздим. Угу. Данил стоит, другой что-то бегает, там кого-то убивает. Офигенная Тима. Ни хрена себе тут этих железа. У меня 36 железа. У меня 21. Блин, помнишь такой вопрос, пока я в Майнкрафт играю, ты тоже играешь? Так ору. У тебя есть 9 угля? У меня есть 7 угля. Блин, не хватит. Выкопаю еще один уголь. Изи, сейчас только найти его надо. Выкопаю еще один уголь и скинь мне все. Мальчик, держи, мальчик. Дай мне всю железную руду и скинь мне это, весь уголь, да-да, я просто сейчас сделаю кое-что хорошее. Сука, только ты не потратишь железо. А, нет, мне нужен еще один уголь, мне еще один уголь нужен. Иду, сейчас найду. Угу. Только не потратишь все железо, пожалуйста. Потратишь его там, Ай, ты пошел там. Ой, там скелет я слышал, посрать. Данил гуляет. Короче, сделал нам сет, а Данила я не знаю, что он там делает. А Данил ничего не копал даже, вообще ничего. Он сказал, вот. Все, пацаны, приду и все. Еще железка нужно? Да. Мы в курсе, что мы на этом Skywars Team. Ух, хотим доживать до 25 человек. Изи. Знаешь, что Бадлионе. Знаешь, какой крутой режим есть на Бадлионе? Какой? Сейчас скажу. УХКСГ, ну типа Surreal Games только в УХК. Блин, не еда срочно нужна. Короче, Surreal Games только с УХК. Ты где вообще? Я бегу. Ага. Давай, стой, я хочу по Данилу блоки раскопать и закрыть его там. Пусть там отдыхает. А ты что у нас, кажется, хренел что ли совсем? Так вот. О, тут железка скопали. Всё, пока я пошёл в Майнкрафт играть, ты тоже играешь? Она была хотя бы нормальная, но она такая. Ты тоже играешь? Нет, почему? Мы-то по фану, мы же играем не в одиночке, как дурачки какие-нибудь. Может, она видео снимает. Блин, мне ещё не звонят. Пауза. А что вы делали, пока я там хренью страдал? Хотели закопать. Вы охренели? What the fuck? Фух,
Он нам ничего не нанес, нам очень повезло. Да, ты скотина. А где печка? Там все железо в печке, пошли искать ее. А где Ваня? Вниз спустись, дурак. В смысле? Вниз спустись, шахту обратно спустись, дурачок. А где Ваня-то? Он на месте стоит. Куда он ушел? К нему домой пришли. Господи, так тяжело с троими играть. Где я спустился обратно в шахту? Тут ничего нету. Ты моих видишь, дурак? А, мать, вот я. Чё там? А чё, всё пупы? Да, дурак, они мэблин. А меня бьют уже. Хоть бить-то может. А кто? А ты где? Я нашёл, всё. Иди за мной просто. Слушай, за мной зашибись, зашибись. Сейчас будет дохрена, у нас сейчас будет дохрена железа. Ну, а если стоит меня? У нас почти два стака. У нас почти два стака железа. Потому что я копал. Потому что я копал. Я накопал больше всех, наверное. Я штук 40, 50 накопал. И хрена тут железо жестко. У меня все лагает. Держите всем по ноже, разбирайте, короче. У меня все лагает. Берите железо, не берите, я потом всем скрафчу сейчас. Держи. Я еще только ботинки скрафтил. Сейчас я тоже скрафчу ботинки. А еда очень сильно нужна. Ты дурак! Ты дурак, а ты что делаешь-то, дебил? Да. Дай ботинки мне, Вань. Ой, есть крем. Дай ботинки. Крем. Я ща... Натя, держи. Да вы дебил, да куда? Пошли, да придурки. Дайте ботинки-то. Какие же ботинки? Дебил, вы можете на месте постоять. На, держи меч, на, все. Я а ботинки меч. Дайте мне. На, меч. Ты какие же ботинки? Дайте мне, я вам сейчас все скрафчу. Вон меч лежит, придурок, железный. Ты дурак! Я стрелы крафчу, не мешай! Ты дурак, да нет, конечно! Ладно, я пошел пока. Кому нужны ботинки-то, я забыл. Не. Вот валяют. Денис, не скули. Давай тут дерево посадим. Без бэ, давай. Вы че, какое дерево сажать, вы придурки? У меня цветочек подойдет. Как я понял, это дурак! Сейчас открою, сейчас мы тебя офим без обид. У меня 12 стрел. Вот он дурак, скажи мне. У кого есть это? У кого есть перья? Да, мы же тут убиваем куриц всяких, да? Знаешь, так много. Ну, Ерохину-то вы уже... А что же исчезло с этого? С печи? Да, кстати, я тут это забрал, потому что... У меня ничего нету. Вы дебилы? Он забрал. Почему ты пропал? Ты ё-моё! Я правда не знаю. Уже дали, один хочет дерево посадить, другой мне цветочек, блин, дать. Пошли тебя обратно копать. А что ты хочешь? А что ты вещи лежит? А, ты забрал? Так-ка. Не знаю. Дай железо. Да нет у меня железа. Да у меня тоже нету. Значит, баг сервер, значит, задушим этот сервер потом. Знаешь, сколько мы копали его? Сервер? Сервер копали. Молодцы, взяли, потеряли почти два стака железа. Взяли, я брал нормальное железо, другой кто-то... Ой, хотите прикол? Чё, у тебя оно? Да. Ты дебил! У меня такое железо в инвентаре. Сколько у тебя? Дурак. Сколько у тебя железа? Вань, пошли его побьем. А мы не сможем, мы в Steam играем. Блин. Ну, вряд ли жизни завтра побьем. Стой, подожди, сейчас если... Как? Ну, короче, смотрите, делаем вот так вот. Кожа лезла попала, да? Чё? Стой же, стой же, стой. Ну, хватит! Стой, стой! О, вот так пойдет. Ой. Да стой, не ломай! Погоди! Ты дурак! Чё у тебя там, кто мяукает? Это у меня телевизор орёт. Телевизор мяукает? Вот это ты наркоман, конечно. Три, сейчас будет произведение искусства. Вот. Смотри, я сделал.
Да я показать хочу. Потом сломаешь. Да не... Да вы дураки, да не буду играть. О, смотри. Уйди, уйди, я еще блок поставлю. Я... Ряд, кому шлем? Мне. Раз, два, три. А кого ты выкинул? Я забрал. Сейчас крафти несы. На, держу сейчас. На. На грудники должно всем хватить, да, должно. А, нет, только на двоим хватит на грудники. Ну, ты без нагрудников поиграй. Данилка, ты поиграешь. Вася. Так, сейчас крафтим, погнали это. Идите пока железо покопать, что вы стоите на месте. Ну, мы заняты делом. Не ломайте низ. Что это такое? Ну, пожалуйста, не ломайте. Зачем? Окей. Лови минус печки. Да вы дебилы. Ты дурак! Взяли мою лестницу, сломали, а то эти лестницы. Господи. Которые там в печке были, они все прострались, придурок. Я тебе из чего плавить-то, дебил? Они либо у Данила, либо у тебя. У меня 9 штучек, у меня 9. Вообще-то, дурак, испарились блоки, они как бы были в жаре, они были переплавлены уже, дурак. Каком жаре, ты о чем? Ну, это вот, которая хрень плавится, такая, вот такие огонечки. Это нереально жить. Смотри, это нереально жить. Ты дурак. Когда ломаешь печку, вот ты положил туда что-нибудь? Смотри, я сломаю сейчас. Смотри. Потому что выпадает только железо, а уголь, который сплавился, его уже нету. Ну да. Ну энергия-то от него идет, понимаешь? Что ты жрёшь там? Я? Лысь? Короче, я вот так буду ходить, и мне пофиг, я вам ничего не дам. Нормально, мы дальше копаем, а он... Нормально, блин, ну конечно копаем. Че вы строите, блин, а потом мне придется их ломать. На... И вы, блин, в официальной печке ломаете. А зачем тебе ломать? А зачем член-то строить? А че ты опять ломаешь? Идите железо покопайте, сейчас один. Денису бомбит, я пойду покопать. Дайте мне кирку, пожалуйста. А, у меня есть. Ты не ломай. Сейчас ты это сломай твою печку. Можешь не ломать? Че тебе не нравится? Ты плавь там свое это, а мы тут дело заняты. Иди покопай, пока занял. Я с тобой пойду пока что. Сейчас Вань там настроит, блин, целый мир членов. Страну. Ой, так кто взрывает что-то, ребята? Это у меня лохбах был. Дайте угля, блин. А у меня 3 сердечка минус уже. У меня минус 1. Ни хрена, это шахты. Все, я построился. Ты тоже со мной идешь, да? Сейчас такой алмаз находим. Скрафти нагрудник пока что, Вань. Скрафти там на оставшийся железо нагрудник и кирку. А застрял, подожди. А здесь стон. Подождите, я занят. Ты лазурит нашел. Нахрен он нужен. Ни хрена тут лава. Лава, ребят. О, здесь в натуре, кстати, это, мы лазурит нашли. Тут алмазы могут быть. Точно. Железо. Стон. Я каньон нашел, Ты дебил? Нет, вот серьёзно? Каньон. Вот каньон. Ни хрена. Тут железо до хрена. Вот тут даже, смотри, сейчас в лаву улечу, нахрен. Я выкопал до хрена железа, я не знаю, Ваня, ищи нас, короче, как-нибудь. А вы сами придете? Так мы обратно уже не придем, мы, наверное, потерялись. По компасу. Данил, знаешь, что я нашел? Я еще что? Ребят, не хватило на... Я ничего не нашел, прикинь. На один только нагрудник хватило. А у меня еще 3 штуки железа. Несите. Блин, я хочу алмаз найти. Может, их и найдем. Ребят, если, короче, на меня кто-то налетает, я бегу к вам. Потому что тут я слышу, тут дерется, и тут недалеко от нас умирает. Я смотрю, пока что нет никого. Нормально. Так, а сейчас я печку поставлю, плавить сейчас буду. Охренеть, я нашел. Походу здесь будут алмазы. Алмазы, кстати, только один раз находили. Причем я их нашел. И да. Тиммейт. Блин, я застрял. Короче, я плавлю железо там в печке, а пока сейчас, может быть, тоже найду алмазы. Так, железо только нашел. Что же это место нашел? Ты тоже подумал, что здесь алмазы сейчас будут?
Может, они и будут. Как бы дальше строить тебя не учили? Стой, я сейчас ведро себе скрафчу и буду это.